Всем привет, ребят! С вами Илюша, и только самые крутые подписчики успеют поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Ну а сегодня у нас будет что-то новенькое. Мы будем сравнивать Мегалодона из Hungry Shark Evolution с Мегалодоном из Hungry Shark World. Как мы это будем делать? А мы будем просто за них играть и смотреть, сколько очков мы на них наберем. Только фишечка в том, что мы не будем использовать никаких множителей и даже питомцев, то есть чисто голыми будем играть за этих мегалодонов. Ну что же, давайте тогда приступать. Каждому мегалодону дается 5 минут чистого времени. Ну и вот уже наш мегалодончик опускается в водичку, и время наконец-таки пошло. Сейчас буду максимально сильно и прям мощно стараться играть из-за того мегалодона, из-за этого мегалодона, потому что нам, друзья, надо на максимум их вывести, посмотреть, на что они способны, и сделать все-таки вывод, какой мегалодон круче и какая игра тоже круче. Напишите, кстати, в комментариях, вот как вы сейчас думаете, не зная ответов, какой мегалодон будет круче. Мегалодон из Hungry Shark Evolution, либо же из Hungry Shark World. Честно говоря, я думаю, что из Hungry Shark World будет мегалодончик посильнее, потому что там все-таки есть и мега золотая лихорадка, и золотые лихорадки чаще происходят, чем здесь. То есть там, друзья, просто все сделано для того, чтобы ты, ну, хорошо добывал очки. А тут, друзья, конечно, чуть-чуть все-таки все по-другому. Так, я только что тут видел бутылочку. Все, отличненько, ее только что слопал. Очень это мне нравится. Так, и мне показывает то, что у нас увеличен бонус. Ага, отличненько. Это значит то, что мы будем сейчас в два раза больше получать монеточек. Ну, надеюсь, что да. Так, ну пока что, друзья, у нас прошла одна минута, и мы набрали 75 тысяч очков. Даже соточки пока что нету, но я вот так стараюсь, друзья, обильненько поддерживать наш X8, потому что это очень даже важно. Если мы, конечно же, перестанем тут кого-то лопать, то наш X8, естественно, скинется, и все пойдет, друзья, коту под хвост. Ну, по крайней мере, наш рекорд за мегалодона. Ну вот, кстати, друзья, все и пошло коту под хвост, потому что у нас уже кончился множитель X8, и это, конечно, очень и очень плохо. Но ничего страшного, я думаю, сейчас мы опять его вернем, потому что тут у нас, смотрите, сколько вот таких медуз, которые просто нам дают этот X8. Так, все, отличненько. Ну, пока что X6 у нас имеется, да? Это тоже довольно-таки неплохо. И вот почему-то опять он у нас сбавился, но я даже не знаю, с чем это связано. В принципе, мы даже бутылочку сейчас слопали, а бутылочки дают, ну, неплохое количество очков. Так, друзья, все, отличненько. Смотрите, что у нас происходит. Золотая мания. А почему у нас никого нет? Ну что это за подстава-то, а? Так, давай, лопай хоть кого-нибудь. Ну смотрите, в принципе, так и проходит, как обычно, золотые мании в игрушке под названием Hungry Shark Evolution. Обычно в Hungry Shark World, ну все как-то по-другому, там больше рыбешечек, больше шансов того, что у тебя реально пройдет на ура твоя золотая лихорадка, а тут, друзья, золотая мания проходит вообще очень и очень тухло, никого нет, никаких рыбешечек, и ты просто плаваешь, ну вот, один, без всяких множителей. Эх, ладно, была не была. В принципе, я думаю, мы 1200, ну, может быть, 300 набьем за это время. Кстати, уже, друзья, прошло у нас аж целых 3 минуты, и пока что за 3 минуты мы набили 181 тысячу очков. Конечно, маловато, но я думаю, мы реально 200 где-то набьем, и в итоге наша игра закончится, и мы потом будем уже приступать играть за мегалодона из Hungry Shark World. Так, ну что же, я тогда сейчас еще слопаю вот этих людишек, они тут такие прям аппетитненькие были, да? Так, еще, значит, лопаю вот этот кораблик небольшой. Ну и тут, кстати, довольно-таки много рыбешек было. Вот где вы были, когда у меня была золотая лихорадка? Вот это, конечно, очень обидно, да? Вот почему-то рыбешечки какие-то у нас хитренькие, и когда надо, они не появляются, а когда не надо, их, наоборот, друзья, очень-очень много. Так, ну ладно, я тогда, значит, сейчас поем еще до конца вот эту местность, и мне кажется, нам надо идти немножечко левее, да, потому что тут уже, мне кажется, ловить некого и нечего. Все-таки мы уже тут все полопали. Хорошо, что мне кажется, что сейчас уже у нас скоро активируется золотая лихорадка. Потому что у нас и осталось времени не так уж много, да? Одна минута. Ну и вот, кстати, она, друзья, как раз-таки активировалась. Так, давай, лопай всех. Отличненько. Ну и в итоге, друзья, все-таки более-менее мы как-то вытянули эту катку. И из-за того, что у нас нормально один раз только произошла золотая мания, у нас уже сразу же имеется вот такой неплохой результат в виде 1,5 миллиона очков. Ну, я надеюсь, сейчас мы, ну, по крайней мере, ее набьем, да, до конца. Потому что у нас еще
осталось как бы 20 секунд, да? Нам надо за эти 20 секунд сделать как-то 1,5 миллиона очков, да? То есть еще 5000 очков набрать, так? Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Ну где же сербежки-то опять? Смотрите, опять все куда-то пропали. Ну, в принципе, даже, ну так, грубо говоря, можно засчитать, конечно, 1,5 миллиона. Но мы и так сами справились с этим. Они у нас уже имеются. И все, друзья, время вышло. Сравниваем и запоминаем наш ответ. 1,504,610 очков. И вот именно такое количество очков за 5 минут мы набрали за Мегалодона. Давайте тогда приступать смотреть Мегалодона в Hungry Shark World. Ну и что же, друзья, Hungry Shark World, перед нами Мегалодон, и сразу же хочу обратить внимание на то, что тут Мегалодон ценится как реально большая акула, как мощная акула, потому что она находится в последнем, можно сказать, классе, это восклицательные знаки, а там, друзья, в Hungry Shark Evolution она у нас как бы на каком-то маленьком месте, и это не очень круто. А тут она уже позиционируется очень круто, давайте мы тогда нажмем использовать, и сразу же я снимаю вот этого питомца, потому что мы договорились то, что мы будем без всего играть. Ну и вот пошел у нас теперь в бой Мегалодон из Hungry Shark World, и я, как вы видите, все убрал у него, всех там каких-либо питомцев, естественно, множители. Ну и давайте тогда смотреть на результаты, какие у нас они сейчас будут, как мы вообще отыграем за вот здешнего Мегалодона. В принципе, сейчас, как вы поняли, я играю на Арабском море, потому что тут, ну, как-то более-менее нормально рыбешечки спавнится, да и плюс я, ну, не так часто играю даже на этой карте. Так, ну что же, а мы тогда сейчас, друзья, опускаемся еще тогда вот сюда вниз, пониже. Тут, мне кажется, у нас побольше рыбешечек будет, которые, ну, как бы побольше размерами даже будут. Так, отличненько, хорошо, лопаем тогда медузочек, замечательно. Ну и пробиваем, наверное, тогда вот эту стенку. Давайте тогда я сейчас еще продолжу, естественно, кушать вот этих удильщиков. И смотрите, у нас активируется золотая лихорадка. Очень-очень даже хорошо, потому что место тут, ну, более-менее удачное. Тут у нас находится, ну, много рыбкапель. И в итоге, смотрите, друзья, что у нас происходит. А у нас происходит мега-золотая лихорадка. Это, конечно, очень-очень даже классно, потому что мы сейчас можем кушать абсолютно все. Но было бы что кушать. Смотрите, что-то у нас какая-то неудачная золотая лихорадка-то получается. Так-так-так-так. Так, давай. Блин, смотрите, ребят, до конца я пытался всех кушать, но в итоге мы просто тупо не попали нормально на мега-золотую лихорадку. Ну, в принципе, мы уже набрали 427 тысяч очков за минуту 30. То есть нам, друзья, осталось еще набрать, ну, грубо говоря, миллиончик, и тогда мы хотя бы сравнимся с Hungry Shark Evolution-ским Мегалодоном. Ну, а вот сейчас я смотрю на Мегалодона из Hungry Shark World, и почему-то мне кажется, что он проиграет. Я думаю, что Мегалодон из Hungry Shark Evolution будет немножечко сильнее, потому что там золотая мания, она все-таки немножечко по-другому действует, она слишком большие бонусы дает, а тут у нас, друзья, золотые лихорадки часто, но они не такие крутые бонусы дают. Поэтому тут немножечко как-то по-другому набираются очки. Их, конечно же, тяжелее набрать. Так, ну что же, я тогда сейчас пытаюсь как-то приплыть, друзья, вот сюда. Отличненько, сквозь вот эти жесткие мины мы пробрались и в итоге вышли вот в такую локацию. У нас же опять начинается золотая лихорадка. Давайте тогда сейчас мы ее наконец-таки проведем, так используй, да? Так, отличненько. Лопаю тогда еще вот этих людишечек. Ну и в итоге у нас имеется 916 тысяч очков. А у нас пока что 2 минуты 53 секунды. Значит, еще, в принципе, шансы есть, да? Поэтому давайте тогда, друзья, будем пытаться все-таки это сделать. Так, ого, смотрите, тут у нас мегалодончик, лопаем своего сородича. Так, отличненько, перекусили его. Ну и в итоге выплыли, получается, вот сюда, в такую локацию. Тут у нас, смотрите, рыбкапли есть и небольшие мины, которые мы спокойненько лопаем, да? Так, тут у нас, конечно же, большая мина, в которой мы спотыкнулись. Ну и в итоге у нас уже имеется 951 тысяча очков на 3-й минуте. Поэтому я думаю, можно все-таки попытаться побить рекорд. Так, восстанавливаемся. Единственный минус того, что мы восстанавливаемся, потому что в Hungry Shark Evolution у нас как-то получилось так, что мы вообще, друзья, не погибали, восстанавливалкой не пользовались. И это, конечно, ну, на самом деле большой плюс, потому что если ты играешь без взлома, то это, ну, как бы поможет тебе, на самом деле, сэкономить и кристальчики, ну, и денежки тоже. И рекламу не придется смотреть.
Так, ну что ж такое-то? И смотрите, я поиграл буквально 10 секунд, и опять уже мой мегалодон почему-то сошел с дистанции. Ну как так-то, мегалодон? Что-то ты какой-то слабенький, да? У тебя все тут вообще фигачит только так. Ну ладно, мы тогда выплываем, получается, вот сюда, в такую местность. Нам надо бы золотую лихорадку еще одну успеть хотя бы, по крайней мере. Потому что у нас уже имеется 988 тысяч очков, уже 89, и золотая лихорадка. Все, отлично, друзья, она появляется. Ну и в итоге выплываю я, значит, тогда вот сюда. Лопаю того, кого вижу. Ну и в итоге мы набрали 1 миллион 78 тысяч очков, да? Это при том, что нам еще осталось играть полминуты, да? Сейчас мы тогда вот так аккуратненько поиграем, слопаем вот этих всех людишек. За каждого человечка нам дают 1500 очков, да? Сейчас мы тогда еще вот сюда попадем, вот в эту локацию выплывем, да? Ну и в итоге покушаем тут, естественно, рыбешек, которые имеются. Ну и выплываем сюда и лопаем белую акулу и остальных, кого тут, друзья, мы еще не слопали. Ну что же, друзья, остается буквально 10 секунд для того, чтобы узнать, кто же у нас будет круче. Я стараюсь максимально за всех сил играть на нашем мегалодончике. Ну и в итоге 5 минут, друзья. Смотрим подсчеты наших очков. 1 181 925. Именно такие параметры, такие очки мы набрали за нашего мегалодона в Hungry Shark World. Ну а с вами был Люша, игрушки под названием Hungry Shark World, Hungry Shark Evolution. Если вам понравилась эта серия и вы хотите продолжения, напишите обязательно об этом в комментарии. А также наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!